Сюрприз ждал шумкенцев уже у входа в театр. Гостей фестиваля встречает оркестр областной филармонии. Лучшие скрипачи Шымкента исполняют романс Георгия Свиридова. Тем временем со сцены уже льются песни 6-го музыкального фестиваля «Русская песня, русская душа». В этом году яркое событие посвящено 25-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. И чем больше мы знаем о культуре, о песнях, о танцах, об обрядах, об обычаях друг друга, тем лучше мы понимаем друг друга, тем более спокойно и мирно мы живем. Мы считаем его очень важным, очень интересным и особенным. Потому что такого фестиваля, как «Русская песня, русская душа», ни в одном из регионов Казахстана нет. Первыми перед многочисленной публикой выступает хор областного славянского культурного центра и казаков Шымкента. Колоритный многонациональный коллектив исполняет русские народные песни. Им с удовольствием подпевают гости фестиваля. Песня русская, широкая, напевная, и простая, и родная, и душевная. Хор казаков сменяют профессиональные коллективы театра оперы и балета, областной филармонии и ансамбль художественной самодеятельности. Главная цель и задача, которую мы преследовали, проводя вот эти фестивали, это еще раз приобщить население города Шымкента к великому культурному наследию русской песни, которая занимает достойное место в сокровищнице мировой культуры. И вот на сцене появляется специально приглашенная звезда, известная исполнительница народной песни, заслуженная артистка России Надежда Крыгина. В ее исполнении звучат известные песни «Косынка», «Паутиночка», «Подари мне закат». Задор и настрой певицы, невероятная энергетика Надежды Крыгиной передается залу. Именно за отзывчивость и гостеприимство Надежда Крыгина и ценит шымкентскую публику. Замечательная публика, добрая, веселая, отзывчивая, любящая песни, любящая русскую музыку, любящая русскую песню. И, наверное, для нас, артиста, очень важно, чтобы публика была вместе с тобой на сцене, чтобы она реагировала на твои песни. Очень интересный фестиваль, и этот фестиваль нужный. Этот фестиваль нужный и для русского населения, естественно. Я думаю, что и для казахов тоже этот фестиваль немаловажен. Зрительный зал был традиционно переполнен. Самые преданные фанаты фестиваля расположились на приставных скамейках и даже на ступеньках. Благодарные слушатели не устают аплодировать исполнителям. Надо больше петь русских песен, чтобы мы здесь, в Казахстане, не забывали русские традиции. Фестиваль порадовал. Встреча вот с Надеждой Крыгиной была просто, знаете, как какой-то такой островок души. Понравился. Очень. На тот год снова придем. Завершился фестиваль «Русская песня, русская душа» традиционно. Песни «Течет река Волга». Ее исполняет Надежда Крыгина и хор казаков. Подпевают все. Анастасия Новикова, Талгат Абдинабиев, Сергей Константинов. Информационная служба телекомпании «Утрар». Yeah.